Добро пожаловать на орбитальную станцию Одиссея. Меня зовут Прометей, и я буду сопровождать вас на протяжении всего приключения. Пожалуйста, пройдите в зону выбора модуля, чтобы начать ваше первое путешествие. Вы выбрали планету Марс. Космический корабль уже готов к отправлению. Пройдите в зону посадки. Мы приближаемся к Марсу. Расчетное время прибытия — 2 минуты. В данный момент космический корабль совершает посадку в районе горы Олимп, самой высокой горе на Марсе. Шасси выпущено. Мы приземлились на Марс. Откройте систему исследования планет, чтобы выбрать ваше первое исследование. Вам доступно 3 локации. С какого исследования вы бы хотели начать? Инициализирую исследование по анализу породы Марса. Я уже обнаружил подходящий образец породы и активировал в этом месте защиту от бури. Буря повреждает защитный слой костюма. Будьте осторожны и постарайтесь добраться до безопасного места как можно скорее. В ходе этого исследования вам необходимо проанализировать образец породы в зоне активной бури и вернуться обратно на корабль. Вы добрались до безопасной зоны. Чтобы проанализировать образец породы, нажмите кнопку действия. Данные получены и внесены в журнал исследования. Чтобы завершить исследование, вернитесь на корабль. Буря усилилась. Постарайтесь добраться до того, как защита костюма иссякнет. Благодаря проведенному исследованию вы выяснили состав породы Марса. Сейчас мы переместились на гору Олимп. Нажмите кнопку действия, чтобы включить визуальное сравнение с земной горой Эверест. Гора Олимп почти в 3 раза выше, чем Эверест. Отсюда открываются впечатляющие пейзажи Марса. Какое исследование вы выберете следующим?